Итак, дорогие друзья, вот он наш с вами триммер Kawasaki. Что мы с ним сделали? Как мы помним, у нас была проблема с валом. Вал опускался ниже, и так как немножко здесь стерлись шлицы, он просто проскальзывал. И за счет чего получалось, не работал, катушка останавливалась. Мы с вами вот сюда в соединение ставили кусочек проволоки. Даже я сейчас покажу его вам. Вот он, кусочек проволочки. За счет чего получается наш вал теперь здесь сходится меньше, ну пусть там на сантиметр примерно. И, соответственно, стал он подлиннее. Здесь получается он уже зашел дальше. И везде получилось сцепление у нас. Конечно, это кустарный способ, но так как мы не имеем сейчас вала, да я думаю вообще редко где можно найти вал на Kawasaki, то данное решение какое-то время позволит, конечно, человеку поработать. Сейчас мы заведем ее и покусим. Катушка крутится нормально, двигатель работает нормально. Как мы видим, сцепление хорошее, все работает. Вал наш никуда не уходит. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт looktool.ru, и вы научитесь делать инструменты. Всем удачи, пока!